Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. Ё-моё. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы. Да. Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка. Решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади. А сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай. Что? Ох, молодец. Даже не верю. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычаг. Он лестница. Перебей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Ничего у тебя, парень, не получится. Ничего. Только подохнуть здесь захочется. Недолго осталось, сучоныш. Выкрути лампочку! Слышал? Что? Нет. Ничего. Раньше все это было обычным делом. А сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Прибыли. Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так, готов? Вперед! Осторожно, двери закрываем. Кстати, примета нам сейчас кстати. Кстати, Артем, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали? Ракеты на рассадник черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота, я держу проход. Молодец, справился. Давай направо, слева тупик. Что-то их спугнуло, будь начеку. Зараза! Вот это скорость! Думаю, тут ничего серьезного не будет. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Поверхность. Надевай противогаз.